важно, чтобы вы именно это сказали. Имя, фамилия, должность. Заместитель начальника главного управления по государственной противопожарной службе полковник Власов Алексей Владимирович. Алексей Владимирович, что сейчас происходит на данный момент и как все это началось? Что известно на данный момент? В 1:40 местного времени на пульт ЦППС поступило сообщение о загорании в данном здании. Через 4 минуты первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова. Происходило горение по всей площади чердачного помещения. С места был объявлен ранг пожара номер 3. В настоящее время на месте пожара работают 19 единиц основной специальной техники, 110 человек личного состава. Пожар локализован. Общая площадь пожара 1700 метров. В чем главная сложность этого тушения? Ветхое здание, перекрытие, я так понимаю, ну, достаточно тяжело справиться с огнем. Сложность тушения данного пожара заключается в том, что здание аварийное. Четвертый, третий и второй этаж не эксплуатируются. Все входы в здание заварены металлическими конструкциями. Лестничные марши внутри разобраны, то есть по ним подняться невозможно. И существовала угроза перехода огня на соседнее здание, здание поликлиники. Данная угроза была ликвидирована. Все, спасибо вам.